Привет, с вами Пилхивар Хигаши, и мы продолжаем прохождение Hotline Miami. Вторая у нас серия. В общем, мы работаем детективом, как я понял. По совместительству. Ну что-нибудь, есть какие-нибудь улики? Давайте их искать. Улик нет, оружие не обнаружено, ясно. Отпечатков пальцев тоже нет, свидетеля ничего. Я сообщу, если что-нибудь найдем. Договорились. Отправляюсь в участок, начну оформлять бумаги. Отлично, приятного вечера, сэр. Это мы посмотрим. Ясненько. Так, как убили, интересно. Это с первой частью уже как-то связано. Должна быть, хотя может быть и нет, они не переплетаются. Так тесно. Оба, перемоточка назад. Play. Апрель 25-го, 89-го. Неплохо так. Добрый день, это Эрик из компании Авторемонт Майами. Я звоню сообщить, что мы закончили обслуживание. Алло, кто это? Дай мне поговорить с своим начальником. Закончи на 12-м авеню и забери. Эй, я тут разговариваю. Мы гарантируем лучший сервис в городе. Не смеши трубку. Что за неуважение? Так. Очередной заказ нам дали. Понятно. Третий уровень, я понимаю. Маска змеи. Так, а что, мы не можем бить, что ли? Я не очень понял. А, тут, видимо, пока никого и не надо бить. Я вот готов всех прибивать. Вот, теперь можем. Оба! Сразу с дробовша. Так, это не пойдет. Это тут так не пойдет. Раз. Два. Взяли автомат. Кстати, знаете, что мы сделаем? Мы, наверное, музыку прибавим, а эффекты немножко снизим. Вот так вот. А то бьет он громко, а музыки почти не слышно. Во! Под музыку-то лучше, а? Бамс. Оба, первый готов. Тихо. Ладно, не попасть тут под пули. Лично. Кстати, у меня почти не осталось пуль в автомате. Надо поменять. Так, помним, что через окна нам прибивают, если хотят. Ёшкин кот, это сбитый всего лишь. Так, минуснули. Его тоже можно минуснуть через окно. Блин, без патронов. Ой, этот с ножом опасный тип. Был опасный, стал не очень. Как же этого гада вальнуть так, чтобы... О, получилось! Трипл килл! Так, дробаш взяли. Класс. Дробаш это тема. Ясно. Так, что у нас тут? Ой! Ой-ой-ой, ну я же успел выстрелить, ну и он, гад, успел. Ааа, гадство. Открываем дверку, давай. Цыпа. Цыпа, говорю. Ай, блин, там их двое. Естественно. Давай, иди сюда. Следующий. Ой, ах ты, блин, там с трубой, гад. Да аккуратнее будет, не спешить. Не спешить. Первым надо валить того, кто с вот с автоматом.
И не выманить его, блин, ничем. Готово. Отлично. Ай, ты там через окно же видно было, а? Опять я ступил. Поспешил. Давай, забегаем. Этого бьем. Этого тоже бьем. Отлично, минус 2. Отлично, еще минус 1. Еще минус 1. Правда, патроны скоро кончатся, надо будет взять какой-нибудь автомат себе. Ах ты, блин, патроны, патроны, патроны. Я поспешил. Надо было все-таки поменять оружие, а потом идти дальше. Так, забегаем, бьем. Нет, не получилось. Дверью или двоих бить сразу, или как-то. Во, сейчас нормально. Раз, два. Автомат взяли. Тихо. Да, ёшкин кот. Да, того. Выделить бы. Одна пуля. Почему одна пуля-то? В автомат вроде раньше больше пуль надо было, нет? Чтобы убило. Почему сейчас-то одна? Ладно. Ничего, не беда. Так, первый, второй. Взяли оружие. А, не успели. Слишком медленно, слишком медленно. Блин, это ж выбежал прям сюда, нет его ударить. Так, забегать? Нет. Так, на пофиг забегать, забежать не получится, к сожалению. Да, с музыкой лучше. А вот сейчас нормально. Раз. Два. Нафиг вас. Так вот лучше. Минус еще один. Минус еще один. Этого тоже можно через окно вальнуть. Ах, патроны. Я автомат выкинуть не успел. Чтобы долбануть его хотя бы автоматом у него швырнуть. Заходим, заходим. Бьем. Раз. Два. Взяли. Три. Патронов мало очень. Четыре. Пять. Патронов не осталось. Совершенно. Ух, получилось, смотрите, а? Пока что нормально так. 16 патронов. Там вот взяли. Этих гадов повалили. Так, если идти вот так вот аккуратно, то может быть и получится что-нибудь. Ах ты. Открываем дверь. Минус. Минус. Что там выше? Надо автомат менять. О. Отлично. Все, отлично. Первый этаж пройден, да, как я понимаю. Дробаш возьмем. Конечно, возьмем. Патроны это все. Так, первый этаж. А куда дальше? Музыка класс. Возвращаемся просто вниз. Или идем куда-то еще. Вроде все готовы. Поднимаемся на лифте выше, я понял. Зашли дробашом. Раз, минус один. Ага, я понял. Ух ты! А тут я не ожидал совсем. Угада, я тут не ждал. Ах, блин, стекло же не зря там сделано. Куда я вообще стрелял сейчас, я не понимаю этого. Полег, полегче.
На, так вот, дробашом по лбу. Минус 2. Можно зайти сюда, на самом деле. Лично успели. Патроны кончились, а тут двухзарядка просто. Двухстволка. Вроде как нормально, да? Готов? Готов. Готов, меняем автомат. Тут еще двое, но они без оружия. Но имеется в виду без огнестрельного. Соответственно, их будет разобрать легче. Так, остался один, по ходу дела. Да, левел сделан. И его тоже, бамс. Чтобы не мешался. Хотя его не обязательно, наверное, было валить, да? Может быть, я и сглупил. Возвращаемся к машине. Зачем я поднимаюсь назад? Не-не-не. Так, тут где тут выход? Где тут выход? Вот он выход. Ну, какой-нибудь Б-ранг хотя бы наиграли. Вряд ли, конечно, но вдруг... Ну, Б минус хотя бы, а? Нет? С плюс, а. Почти Б минус был. Мы разблокировали маску Ирвина. Маска змеи. Здравствуйте. Добро пожаловать. Чем могу вам помочь? Что-то определенное? Хочу сделать татуировку, хочу флаг конфедератов прямо здесь, на плече. Ладно, дай глянуть. Хорошо, проходи в следующую пятницу в 2 часа. Пятницу, то есть как? Ты не можешь делать сейчас. Мне нужно сегодня, сегодня особенный день. У меня праздник. Извини, не могу тебе помочь, у нас все расписано на несколько дней. Да ну, что за сервис у тебя такой? Только что потерял клиента. Как скажешь. Ладно. А у нас нет оружия? Взяли бы его, застрелили. Ну, нет. Давай. Я хотел бы представить следующего гостя нашего шоу. Прославивший участием в таких блокбастерах, как «Синий океан», «Спокойствие» и «Страна деревьев», приветствую, Мартин Браун. Привет, Браун. Как ты? То есть, Мартин. Хорошо. Ты последний фильм чем-то стал для тебя шагом в новом направлении? Многие этим удивлены. Кое-кто даже обвиняет тебя в продажности. Что ты можешь на это ответить? Походу он зашел с ума, он думает, что это сон. Так, а это гадка, за которую мы играли в прошлый раз. В первой части. Это кино, которое ты снимаешь, ты знаешь его концовку? Мне кажется, в конце сюжет делает довольно резкий поворот. Сомневаюсь, что он тебе понравится. Значит, я думаю, никому не понравится. Может быть, тебе стоит уйти, пока еще не слишком поздно. Я так не думаю. Тебе действительно нравится. Это просто фильм. Просто фильм? Это лишь одна из точек зрения. Это было в
В первой части там отсылка к первой части какая-то была небольшая. Причем довольно существенная. Так. Кто это такая, откуда, почему она, что она делала и почему она убежала? Ладно, не важно. Бывает. Нам очередной телефонный звонок. Оба. Еще и дверь полиция стучится. Что за нафиг? Кажется, прибыла полиция. Видимо, девушка донесла на тебя. Лучше иди с ними добровольно, они отойдут к тебе. Это ты что-то хочешь, верно? Ну, добровольно так добровольно, а чё? Вставайте, сэр. Мы пришли арестовать вас. Вы должны войти с нами. Мы отведем вас в участок. Вы понимаете, о чем я говорю? Что нам отсюда выбираться опять из участка не хочется. В первой части я замучился это делать. Мы знаем, что ты говорил. Тебе же электрический стул. Так, нам говорят, что безумен, совсем больно. Или нет, мы из-за другого же сейчас. Вернее, историю от другого смотрим. Телефон, тебе стоит ответить. Нет никакого телефона, не вижу телефона и не слышу его. То есть он свихнулся, ему кажется, что ему телефон постоянно звонит. Он дает указания, на самом деле ему никто не звонил, он просто с ума сошел. Телефон, ты не ответишь. Нет смысла с тобой говорить, да? Ты знаешь, что нужно сделать. Он даже не смотрит, словно хочет, чтобы ты его убил. Щелк. Телефон-то робит, да? Неплохо. Так вот, выбираться из участка я не хотел опять. Это... Тот раз было не очень весело, а очень долго. Я очень много убил. И сейчас тут будет еще сложнее, мне кажется. У меня всего лишь дубинка, а у них оружие. Ну, хотя у меня теперь тоже оружие. Ну их штука, там такая толпа. Нет, не получится просто сделать, мне так кажется. Это я вот уровень буду проходить годами. На 100%. Ну хотя если как-нибудь аккуратненько. Совсем аккуратненько у меня не получится. Попробовать можно как-нибудь вот тут, если будем стоять. Ах ты, четверых получилось, пятого нет. Чё я выкинул-то дубинку? Перепутал кнопку, мискликнул, к сожалению. Вот это другое дело. Так, дробаш взяли, отлично. Положили человек 10. Тихо, забегаем. Попали. Почти получилось. Но почти, как всегда, не считается. Блин, почему сейчас двух выстрелов, а до этого с одного, не понимаю. Ведь тот же пистолет ведь был. Что-то типа не понимаешь, откуда зашел. Стоял, не понимал, тупил, потом бамса и долбанул. Класс. Может пока с дубинкой походить, кстати, вот. А, какая нафиг дубинка, тут с дробашом, тип.
Хотя можно немножко с дубинкой походить. Если аккуратненько тут все сделать. Не. Не получится. Сразу бамс все. С этой стороны тоже не получится зайти, естественно. Слишком сложно. Это было почти в самом конце, в первой части. Тут мне сразу дают такие сложные миссии. Ну что за бред? Наоборот, на самом деле, класс. Эх, был бы какой-нибудь, не знаю, дробаш с самого начала у меня хотя бы. Было бы не так все плохо. Так, следующий. А вот, кстати, дробашей. Много дробашей. Готов. Да попадать надо. Меняем дробаш, который с патронами. Вставляем. Ой. Попали. Ну и мы попали. Мы попали круче. Блин, нельзя терять патроны просто так. Отлично, 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 отлично. Сюда заходим. Так, двое тут, один ходит, кажется, да, еще где-то. Ах, вот это я сглупил. Вот я так сглупил сейчас, жесть. Сразу с одного удара, что за бред? Что за бред? Почти ж получилось, а? Почти не считается. О, дробаш. Ах ты, блин, сверху! Спешу, спешу, слишком спешу. Слишком поспешил. Вот если этот гад бы как-нибудь подошел к двери, тогда мы бы его тоже смогли долбануть. Куда ползешь? Готов. Дробаш, так. Комбо бигинер. Отлично. Дай, ну. Слишком поспешил. Куда ты? Ой, блин, патроны. Патроны так кончились, однако. Патроны-то не бесконечные. К сожалению. Так, дробаш, дробаш, где дробаш? Вот он, дробаш. Комбо X5. Дробаш сквозь дверь не пробивает. Что это за дробаш? Бракованный какой-то дробовик мне подкинули.
Раз. Два. Только тут что ли остались, да, двое? Да, готово. Минус. Сиди здесь и будешь в безопасности. Так, не открывай дверь. Ясно все. Ай! Перевернуться-то надо. Блин, автоприцел. Такой автоприцел. Не, ну пока нормально. Более-менее. Главное, их по-любому будет сложно убить его. Это нужно брать дробаш. Дробаш нам поможет. Красота. Так, тут мы ничего не сделаем. Нужно идти вот тут. Лично минус. Минус. Да мы зайти не можем почему-то. Ах, патроны, патроны, патрончики. Давай, давай, давай. Следующий. Следующий. Дайте дробаш с патронами-то более-менее, который. Вот этот, кажется, был с патронами. Да, три патрона тут. Можно взять его пистолета. Нельзя взять его пистолета. Жаль. Ладно, берем обычный пистолет. А вот он еще и дробаш. И еще один. Отлично, минус, минус. Вальнули. Еще один минус. Надо забежать тут аккуратненько. Оба, минус. Теперь я могу сюда зайти, нет? Странно. Уже всех тут вальнули, нет? Блин, надо с этой двери. А, дверь закрыта, то есть мне нужно как-то вот отсюда зайти. Не, нифига. А чё тогда? Офигеть, а что дальше-то тогда? Мы взяли ключ, что ли, получается? Да. Оба! Офигеть! Офигеть. Просто взяла и расстреляла его. Ну и правильно, молодец. Снято, переснимать не нужно. Это было прекрасно. Это было кино. Отлично. Хорошая работа. Восхитительная игра. Осталось лишь снять несколько сцен для начала монтажа. И теперь кусите что-нибудь, пока мы меняем декорации. Но будьте здесь через полчаса, окей? Время – деньги. Ты слышал его, Мартин? Пора вставать. Мартин?
Она его что, по-настоящему, что любила? Почему за мобильность так мало очков дали? И за комбо. Фу, да минус что ли? Це минус. Це контакт. Ризинг. Майами, Флорида. Ноябрь, 5. Ну что ж, давайте на этом закончим нашу вторую серию. Всем большое спасибо, кто смотрел. И пока-пока. Ждите новых серий.